What's good, YouTube? It's your boy 17 Town back with another banger. I said I'm back with another banger. Y'all, today we are reacting to Diana Kuna Donova. My bad. Can't Help Falling in Love Stereo. Show mask go on episode one. So if you're new, subscribe, hit that like button, turn the post notification when I post. Y'all get notified, hopefully, on Joe's reaction, man. But no further ado, let's get right to the video. I would have thought she was like that was a man singing. You know what I'm saying? This is crazy how she can change the tone of her voice, bro. Первым, кто встал и практически весь номер простоял, и единственное, что мы хотим узнать, что ты об этом скажешь.
Ты знаешь, мне очень сложно сейчас сформулировать то, что я почувствовал, потому что я очень много слышал музыки в своей жизни. Я сам пою по всему миру, я очень много видел залов и людей, и оркестров, и музыкантов. Но эта девочка особенная. В тебе зарыт просто невероятный талант, невероятный. И дай Бог, чтобы он попал в руки людям, которые смогут с ним сделать то, что ты заслуживаешь, того будущего, которое ты заслуживаешь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Юлия Паршута. Вот хочется сказать, а что это было? Потому что резонировало все тело, каждая клетка. Я не могла понять вообще, что происходит. Я стою, дрожу просто. Да, я до сих пор дрожу. Это немыслимо. I'm like, what I just witnessed. Like, I don't know what I just watched. I just know I watched her say in three different voices. Слушала все, что ты пела, и весь мир слушает и уже поклоняется тому, как ты это делаешь. Мне кажется, ты уже попала туда, куда нужно, и, возможно, тебе никакие руки не нужны, потому что ты здесь сейчас, и ты творишь новую реальность. Если был VR в визуале, то сейчас VR в звуке мы слышим. Что-то совершенно немыслимое. И я согласна с Юсифом. Невозможно подчинить никаким словам. И... We are the truth. Все, наверное. Кирилл Кириченко. Спасибо большое. Это все взаимно, вы же знаете. То, что сейчас произошло, это высший пилотаж во всех отношениях. Может быть, даже ты сама еще до конца не понимаешь, куда ты дала нам возможность улететь во время этой музыки. Я фантастически удивлен, что в такой маленькой, хрупкой, правдивой девочке сидит настолько крутой, энергетический, такой столб. Я тебе просто желаю, чтобы ты его сохранила. She gonna keep it. She gonna keep it. That voice, like, for it fit her perfect. It come natural. Спасибо большое. Алиса Мон. Ой, ну, просто это вне конкурса, вне шоу. Понимаете, это настолько божественно, по-настоящему. Это от Бога. Это настолько велико. No, we so shocked, we don't even know what to say. I really know what to say. That's why I'm watching the ending. I'm trying to see, they can take the words right out of my mouth. Accent, what I can't comprehend the accent. Стас Костюшкин. А ну я разочарован. А я не удивлена. Да. Я разочарован, я приблизительно уже поставил 7 баллов, а теперь мне надо все переписывать. Но если честно, вот если вот положа руку на сердце, огромное спасибо. Спасибо. Карина Кокс. Яночка, ну, когда вы произнесли первую ноту, я просто улетела в бездну вашего таланта была там... What? Man, thank you. That's what I was looking for. До последней ноты. И вот здесь многие говорили о божественном происхождении вашего таланта. Но я уверена, что в вас заключена и демоническая энергия тоже. О, бро, I ain't gonna lie. I thought the same joke. I'm like, bro, but I'm sure that also there's some demonic energy in you. I was like, somebody gotta else be inside this girl for this girl to sing. She said it, but she, this girl right just take the words on my mouth, man. Потому что женщина — это всегда и божественная, и темнота. Понимаете, о чем я? Это в самом крутом проявлении. И мне после вашего выступления захотелось молчать. Так происходит, когда на сцене творится настоящее искусство. Спасибо вам большое. Спасибо большое за такие слова. Марк Тишман. А я даже как-то хочется теперь встать, поправиться и сказать то, что хотел сказать. Все знают эту фразу, что талант — это единственная новость, которая всегда нова. И понимаете, мы сегодня видели VR-технологии.
Но то, что удалось Диане без VR-технологий перенести нас в другую реальность. И тебе сказали, чтобы ты попала в хорошие руки. Вот знаешь, мой опыт такой, что нет таких хороших рук в мире. Есть только ты, которая должна не останавливаться, читать, слушать, смотреть, развиваться, потому что тебе дано больше, чем 99.9% людей могут. Да. Спасибо, что мы это слышали. Спасибо вам большое. А мы от себя с Тимуром хотим сказать тебе огромное спасибо. Большое спасибо. Я очень редко могу прослезиться, но со мной сейчас это произошло и совершенно бесконтрольно для меня. Что ты говоришь? Закапал весь мой смокинг. Что теперь делать? I like how they talk, by the way, y'all. Но это просто чудо, что мы все здесь присутствовали при этом. Можно сказать только одним словом, что мы все испытали. Это был шок. Это было грандиозно. И на самом деле это идеальная точка в сегодняшней программе могла бы быть, но у нас впереди голосование. Но во всяком случае, это было финальное выступление на сегодня перед голосованием. Диана Анкудинова, ваши бурные аплодисменты. Спасибо. Man, she did her thing. That lady took the words out my mouth. That's what I was looking for. That's why I watched it to the end. Like, woman of divine and dark. And Lord, she had somebody inside her at that moment. Because anyway, I still shocked what I witnessed. And I know y'all shocked too. You know what I'm saying, babe? Y'all enjoy the Rex, man. Hit that like button, subscribe, turn on post notifications. When I post, y'all get notified. I'll see y'all boys and girls. And next one, don't forget to rock out, man, for real. Gang, gang. Cause I've been crazy right there.